Всем привет, друзья! Мы снова на связи из Южной Кореи. Мужа сегодня последний выходной перед рабочими буднями. Он отдыхал целую неделю, а по корейским меркам это очень много. Все потому, что у нас средний сын заболел, и пришлось ложиться в больницу первый день. Муж был с ним, и потом мы с ним поменялись. Он был с младшим нашим сыном, которому месяц, и со старшим сыном, которому 5. Он прекрасно справился без меня. Мне было страшно, я немножко переживала даже, как он будет с таким вот младенцем управляться, но все было отлично, замечательно. Ел, спал, ел он смесь, пока меня не было. Сейчас я снова пытаюсь наладить грудное вскармливание. Я не кормила чуть больше 2 дней, 2,5 где-то дня. У меня за это время случилась беда. Сейчас пытаюсь восстановить все, как было до этого. Да, сынок? Привет, скажи. Ага, малыши ломятся. Заходи, сынок, и убирай то, что ты натворил. А, убирай игрушки. Кто будет игрушки убирать, да? Ель будет игрушки убирать, наш средний сынок? Или нет? Ну да, конечно, от него дождешься. Придется мне это делать. Дети, ну что вы делаете? Вау, что тебе папа купил? Тебе нравится? Да. Твой новый самокат. Иль, ты тоже хочешь? Скажи, сына. Иди сюда. Вау, какой классный. Вау. Нравится? Да. Да. Здорово. Пока я предалась воспоминаниям, посмотрите, что натворил мой средний сынок Эль. Это еще цветочки. А вот это уже ягодки. Это все, что вы видите на полу. Вот там вот огромная лужа. Это тонер для лица, который он вылил на пол. Сынок, что ты хочешь сказать в свое оправдание, а? Вот такой вот тюбик. Лосьон мужа. Да? Что ты хочешь сказать в свое оправдание? Естественно, выходной не хочется проводить чисто дома, поэтому мы нашим семейством выбираемся гулять. Но так как сегодня обещают дождь, гулять мы будем не где-нибудь в парке, а в торговом центре. Заодно пошопимся. И она оставляет игровой. А с малышами пойдем. Сначала поедим, а потом пойдем шопиться. Игровая большая. Делаем заказ на планшете. Мы уже выбрали. Вышло на 108 тысяч вон. Мать, 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 мать,
сейчас находимся в H&M. Посмотрите, какая тут классная осенняя коллекция на детей. Все такое мимимишное, модное. Хочется все прям скупить. Правда, я не знаю, какой размер брать Элю. Ему в октябре исполнится 2 года. А в этом отделе одежда идет с рождения до 2 лет. Стоит ли брать в этом отделе? Просто в других отделах одежда какая-то слишком большая. В общем, посмотрим. Приложу к нему. Уже будет видно, подойдет ему по размеру или нет. В общем, если в вашем городе есть H&M, обязательно приходите. Хотя не знаю, отличаются ли коллекции в разных странах. Думаю, что нет. А, посмотрите, какая-то одежда классная для девочек. Жалко, что у меня нет дочки, чтобы ее так мимимишно одевать. Аж грустно стало. Ну ничего, у меня есть 3 сына, которых тоже нужно одевать. И на это уходит много денег. Нам нужна одежда в садик отдельно, одежда на выход отдельно, так как одежда в садике они убивают просто на раз-два. И вот я присмотрела такой вариант. 2 пары штанишек, 2 кофточки, цвета можно миксовать между собой. Думаю, для садика это отличный вариант. Посмотри на маму. Рэпер, рэпер. И пошел. Я говорю, ты манчи. Вот одежда для детишек постарше, как раз таки для Ианы нашего. Все такое темное, либо зеленое, либо коричневое. С 1,5 до 10 лет. У него еще есть одежда, которая осталась в прошлом году. Она ему тогда была очень большая, а в этом году прям как раз. Аня, ищи бурею. Итак, мы уже дома, детей уложила спать, чтобы сделать вам обзор на покупки. Давайте вместе с вами посмотрим, что же я купила детям. Начнем с чека. Купил очень много всего. И вышло на 220 тысяч вон. Сколько это будет в других валютах, я прикреплю обязательно. Начнем с вещей для Иэля. Видео я вам уже показывала. Вот эти классные кофточки. И штанишки. Можно будет носить и так, и так. В общем, мне нравится. Качество у них классное. Материал такой тоненький. Как раз на раннюю осень. Ну как ранняя осень. В Корее обычно нужно носить что-то с длинным рукавом. Где-то только к концу октября. В общем, это для садика. Далее. На выход взяла такой вот комплект. Он уже идет потеплее. С начесиком небольшим. Штанишки. Кофточка с Микки Маусом. И посмотрите на эти миленькие ушки. Капюшон с ушками. Это на выход. Далее, что еще мы Элю купили? Так. Вот еще костюмчик. Штанишки. Тоненькие. И кофточка. С динозавриками. Тоже, думаю, на выход. Будем носить. Далее. Такие вот кофточки. Тоже Элю. 3 кофточки были в комплекте. Получается, вот раз кофточка. С собачкой, что ли. 2 кофточка. Обычная серенькая. И 3-я в полосочку. Будет носить с джинсами. Либо с какими-нибудь брючками. Далее одежда Кирилла.
взяла две пары штанов, они были в комплекте, цвет хаки, коричневые. Как я это буду сочетать, как я это вижу? Мне понравились эти кофточки, они с длинным рукавом. Тут идут две в комплекте, мне почему-то казалось, что их три. Такая вот с длинным рукавом. У Эли, кстати, точно такая же, только с коротким рукавом. Я ему до этого покупала тоже. В комплекте была с тремя футболками другими. Вот такая вот. У Эли тоже такая же, только с коротким рукавом. В общем, можно будет носить таким вот образом. Это если будет тепло. И далее я взяла ему такую вот толстовочку. Были также брюки точно такой же расцветки. Но я подумала, что вот так вот будет смотреться неплохо. Либо вот так вот можно будет носить с цветом хаки. Это еще не все. Еще одна кофточка с динозавром. Думаю, Кирилл будет в восторге. Я его еще не показывала. Здесь уже на молнии. Тоже будет классно. С этими штанишками цвета хаки. У Кирилла просто любимый цвет, его зеленый. Так тоже будет ничего смотреться. Вот что я купила Кириллу. У Эли вообще ничего не было. Он из всего вылез. У Кирилла еще есть одежда с прошлого года, что ему покупала бабушка. Там много было одежды. До сих пор есть. Нужно будет все перебрать, посмотреть. Некоторая одежда даже была большая, и он ни разу не надевал, допустим, джинсы. У него есть синие с начесом. Ни разу не одевал, потому что бабушка купила большого размера. Думаю, в этом году он наконец-то сможет их поносить. Также у него там другие спортивные вещи есть, вещи на выход есть. В общем, Кирюшка у нас одет полностью этой осенью. Элька теперь тоже. Одежду и Джуну нашему младшему я буду брать позже, потому что он у нас очень быстро растет. Когда ему было 2 недели, одежда, которая была предназначена для месяца, была ему уже маленькая. В итоге некоторые вещи мы вообще не носили, некоторые вещи мы носили 1-2 раза всего лишь. У него еще есть одежда, которая предназначена для возраста 2-4 месяца. Там я уже покупала с длинными ножками, с длинными ручками бодики. И думаю, что на сентябрь ему точно хватит. В октябре буду докупать ему одежду. Вот такие вот у нас получились покупки. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Увидимся с вами в следующем видео. Если вы еще не подписаны, то обязательно подписывайтесь. Впереди вас еще ждут много роликов про Корею и про нашу жизнь.